паблике Fast Food Beat эксклюзивные права на все биты по 500. Загружайся на площадке легко и просто. А если ищешь видеомонтаж, пиши в ЛС. Все ссылки под видео. 2009 год. Тебе, чтобы записать свой трек, нужно было иметь компьютер, купить звуковую карточку, приобрести микшерный пульт, микрофон, стойку, плевалку, освоить кучу программ, и не факт, что у тебя получился бы годный трек. Так, а как такое может быть? В 2020 году, друзья, пока у нас у всех... Простите, пукнул в бит трека «Эль Проблема»... Принести свои искренние извинения Тимуру Эльдаровичу и всей его команде... Мы сделаем трек с нуля на телефоне. Как всегда, легко и просто. Все, что нам необходимо сегодня иметь на телефоне, это одна программа, всего одна. FL Studio Mobile 3. Эта программа стоит менее 500 рублей, и она того стоит. Эта программа считается лучшей программой по записи и созданию битов на мобильном устройстве. Сейчас будем пробовать, чё. И сейчас у нас открыт проект BPM. У нас задано 140. Нажимаем вот сюда. Нас интересует пианино. Кейборд. Гранд пиано. Нам нужна простейшая мелодия для нашего сочного бита. Но это не точно. Итак, мелодия, которая у меня получилась на пианино. Поехали. Даже нормально, вот это круто. Нам нужно сейчас уже определиться с басом. Я люблю басы. Есть у меня приобретенный пак басов. А вы знаете, что такое басы? Восемьсот восьмой бас. Оставалось мне добавить всякую ерундовину. Все добавил. Кики и, значит, какие-то вот такие вот отбивочки хай-хеты. Хорошо, кайф. Итак, друзья, бит, который я написал, все за пару минут. FL Studio Mobile. Вот так вот это все выглядит. Ребята, посмотрите. Просто офигенно. Ребята, это мой первый бит FL Mobile. Первый бит. Какой агрессивный он получился прям вообще. Я удивлен. That was the first kind of rap phenomenon in Russian. Какие эффекты я наложил? Вот наш басуха 808. Сюда вот жмякаем. Direct Wave. Стандартно у нас. FX. Эквалайзер. Вот такие вот настройки. Я просто нажимаю на пресеты и выбрал этот вот пресет. Да, бас звучит еще не так, конечно, жирно, не так мощно. Но это всего лишь первый бит, ребята. Первый бит за пару минут. Представьте, что можно сделать в этой программе, если посидеть пару часов. Дисторшн на бас и лимитер я поставил. Все, по эффектам также пианино. У нас на пианино есть эффекты. У нас графический эквалайзер, где я срезал низы, пытался срезать низы. И реверб. Вот так вот настроено. В принципе, звучит сносно. Ой. Вот так вот и создается левый шум. Кстати, ребята, если вот так вот нажимать, держать, вот так вот обводить. И это было на первом этапе сложно понять. Я все удалял вручную, тыкал, убавлено, прибавлено. Вот и все, бит готов. Значит, слушая бит, я написал тут небольшой тиксток для Инстаграма. Это будет полностью готовый трек, и записывать мы его также будем на телефоне с помощью, ребята, не просто микрофона телефона, а с помощью моего микрофона Samsung Meteor Mic USB. Подключать мы будем к телефону этот микро с помощью OTG кабеля. Как это делаешь? Так, давай, так. Покажи, пожалуйста, правую руку. Блять, он ёбаный волшебник! Он ёбаный волшебник! Блять, мы на волшебника попали! Помощь.
настройках есть пункт OTG, я включаю OTG. Ну что, ребята, как вам такая запись? Телефон, микро, класс, расположился просто на диванчике, можно вот так вот прилечь и записывать. Я, в принципе, вот здесь вот тоже неплохо разместился. Знаете, что я хочу сказать перед своей пробной записью? Вот это все, ребята, это просто, это же чудо! Серьезно, ребят, я записываю как на студии, просто на телефон. Получится ли у меня классное качество? Но все равно я иду за победой. Йо, раз, два, раз, два, раз, два, три. Мне нужно накопировать дорожек со звуком. Так, clone channel. А сейчас я буду записывать уже трек. Не теряем времени, сразу сходу. Йоу, give me slow, нигазы. Я сейчас зачитаю трек. Твои деньги в студии здесь звучишь, как домофон, лох. Этот бенгер 5 минут дела на телефоне, лох. На бите фирменном ты блэк старшина, не верю слову. Ты несешь херню на запись, как лев в студии дюхажа. Сведение. Мы все дорожки с записью добавляем в одну шину. Нажимаем Create FX Channel. Значит, создается отдельный канал под названием Effect 9. И я, значит, каждой дорожке добавляю такое значение. Эффекты данной шины будут применимы ко всем дорожкам. Блять, как сложно! Эти новые таланты, они сложные! Какие эффекты я накинул? Я накинул реверба, дилеи, уровни. Сократил все на пятерочку. Потом я накинул эквалайзер. Здесь вот так вот все сделал. И все. В принципе, что здесь можно добавить, ребята? Давайте быстренько пробежимся. Вот. Вот он весь список всего. У каждой записи есть при двойном нажатии такая вот панель, где мы можем регулировать по звуку и pitch. Просто одним нажатием создается линия, и потом эту линию, значит, мы вот так вот поровняем, чтобы лишние шумы на идлибах, они убираются. Также я обработал куплет, сделал потише, потому что записал его громко, а сейчас ночь, этого не стоило делать. Пошумел я сегодня. Все, ребята, наш трек готов. За 5 минут на телефоне. Как сочно получилось. Сейчас вы точно это зацените, ребята. Сейчас я сделаю отдельное видео. Вы прямо сейчас его посмотрите. Это видео будет у меня в Инстаграме. Так что, ребята, заценивайте. Качество просто супер. Поехали. Корону от свидания на смартфоне бумеры подойдет. Кому до карантина носил маски, не выходил из дому. Тоже вкладывал горы и смысл. Наем работу, мою мать закрытили на прошлой неделе в субботу. После смены с друзьями на шашлыки Симпсоны предсказали события всей земли. Думаем о близких, сидим дома, пишем биты. А где находишься ты? Итак, ребята, давайте еще раз посмотрим на этот огромный проект. Вот он, вот он. Смотрите, это у нас, значит, сам бит, который мы написали за пару минут. И вот он, вот он, о, вот он, о, запись. Вот такой вот огромный проект у нас, ребята, получился. Как же качественно записывать
Fail Mobile. Ребята, это действительно лучшая программа по записи. Сколько программ я уже проверил, огромную кучу, и везде была такая вот проблема, просто боль каждой программы по записи в мобильном устройстве. И это значит что? Это равнять. Равнять запись вообще нереально, а здесь вы посмотрите, как легко. Раз, два, нужно поточнее, приближай еще, приближай и двигай. Вот. Это просто кайф. Не знаю, я под впечатлением от этой программы. Я просто кайфую сегодня, записывая демку. Такой вот фристайл. Все очень круто, все очень качественно. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом канале теперь будет много-много-много интересного по рэпу. Также будут мои песни и прочее. Пишу альбом. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди еще больше нового интересного. Пока. Бит экспортирую весь этот как Макаров. На битколе магичный диггер Каркаров. Бит экспортирую весь этот как Макаров. На битколе магичный диггер Каркаров. Бит экспортирую весь этот как Макаров. На битколе магичный диггер Каркаров.